Всем привет, мои дорогие зрители, подписчики и ценители качественного контента на YouTube. Я рад вас приветствовать на своем канале, где всегда можно посмотреть четкие и качественные обзоры на камеры смартфонов и не только. Как вы поняли, сегодня бомбический обзор, потому что у меня на руках два смартфона от компании Xiaomi, две 13-ки, 13 Pro и 13 Ultra. И, собственно, будут они биться за звание лучшего смартфона в своей категории, так сказать, в своей линейке. Значит, главное отличие этих смартфонов то, что у 13 Ultra есть телевик 5X, а у 13 Pro есть шикарнейший телевик 3X, который может работать в макрорежиме. Как мне показалось по первым испытаниям, что он это делает лучше других смартфонов в принципе. Ну, позже мы это увидим. Значит, как обычно, начинаем с фронтальной камеры, которая на китайцах у нас не очень. Вот, значит, 13 Pro снимает только 1080p 30 fps, а 13 Ultra 30 и 60 fps, но тоже 1080p. Поэтому я снимаю, в принципе, как вы поняли, в 1080 30 fps. Вот такая картиночка у них, мне кажется, на Ultra она посветлее. Экраны яркие, все хорошо. Но, как вы знаете, динамического диапазона здесь у нас на фронталках китайских не хватает. Вот сейчас вот я смотрю засвеченное лицо на 13 Ultra, а вот на 13 Pro все хорошо. Вот именно в этом моменте. Ну, собственно, фронталки, вот как вы видите, такие, никакие. Но иногда что-то подснять можно. Конечно, это стыдно ставить такие камеры в современные смартфоны. Тем более флагманы. Чуть пройдусь, посмотрите на стабилизацию, как у нас там деревья, нормально, ненормально себя чувствуют на заднем плане. Послушайте звук, тут какие-то птички поют, ребята работают, что-то пилят в парке. Ну, я думаю, этого будет достаточно, чтобы понять, есть ли отличие у этих камер. Ну, мне кажется, они практически идентичны. И еще один важный момент. Если вы видите в обзоре, что обзор в 4К, а вы смотрите, и там фронтальная камера на весь экран, то это фейк, потому что, точнее, фронтальная камера в 1080p, но показана на полный экран. Это фейк, ребятки, потому что размер настоящий картинки 1080p на экране 4К такой, как у меня. То есть она маленькая, в 4 раза меньше, чем 4К размер. Вот, поэтому занимает небольшую площадь. А некоторые блогеры берут, растягивают на весь экран, типа, посмотрите, а какой смысл смотреть на качество картинки, которая уже интерполирована в большую сторону. Это, я считаю, неправильно. Вот, в нашем обзоре весь он будет 4К 60 fps. Вот, потому что все-таки 21 век, я уже повторюсь, неоднократно говорил, 23 год, и пора бы смартфоном снимать 4К 60 максимально качественно и хорошо. Ну, собственно, я думаю, с фронталочкой мы закончили. Тут с ней все понятно. То есть нет смысла выходить на солнце куда-то еще. Ну, видите, да, что задник она не вытягивает. Если стать по свету, то все в принципе вроде как хорошо. Хороший скинтон я вижу, все прекрасно, черное-черное, белое-белое. Никаких проблем с этим нет. Ну, давайте потихонечку переступать к основным модулям. Давайте начнем наш обзор с переключения модулей в видеорежиме 4К 30 fps. В 60 fps наши смартфоны не переключаются между модулями. Пока вы смотрите на эту картиночку, на переключение, хочу поблагодарить компанию Cyfrus, которая предоставила мне на этот обзор смартфон Xiaomi 13 Pro. Отличный магазин с шикарными ценами, самое главное, с гарантией. С гарантией и с доставкой по всей России. Можете заказывать у них любые гаджеты, смартфоны и прочие ништяки. Так что рекомендую, заходите, смотрите. Покупайте, выбирайте по моему промокоду. Коду вам будет начислен какой-то подарочек. А вот так вот переключаешься наш смартфон, как вы видите, да, вот на 5X сейчас переключился в цифрозуме на 13 Ultra, поэтому качество было намного лучше. И, собственно, как вы видите, тоже есть небольшая дерготня при переключениях, но в принципе это приемлемо. Значит, дальше мы переходим на сверхширокоугольный модуль. Здесь у нас, как вы можете заметить, на 13 Ultra очень широкий угол, прям максимально широкий среди всех смартфонов. Это на самом деле очень интересно, очень круто, можно наснимать тоже очень прикольные кадры,
Плюс в режиме селфи тоже это все классно смотрится. Сзади много можно взять интересных объектов за спиной. Но, как мне показалось, стабилизация на 13 ультре намного лучше. Вот обратите сами, что на 13 Pro что-то постоянно подпрыгивает. Вот здесь тоже это можно будет заметить. Иду вроде хорошо, прям 13 ультра летит, а 13 Pro чуть-чуть дышит, как говорится, в видеосъемке дышит камера. То есть шаги немножко как бы отдаются на этом видео, и оно чуть-чуть подпрыгивает. Здесь можно заметить, как динамический диапазон быстрее проявляется на 13 ультре. На 13 Pro чуть-чуть есть небольшая задержка, потом появляется, но как-то немножко это не по-флагмански. Еще одна проходочка на сверхширике, тут тоже хорошо заметны шаги на 13 Pro. Причем яркое солнце, шикарный свет, просто все сочное, картинка красивая, скинтон похожий, вообще в принципе картинка похожа, да, на сверхшириках, но все-таки стабилизации не хватает на 13 Pro. Точнее, она есть, хорошая вроде бы, но в сравнении с 13 Ultra, мне кажется, она ей уступает. Возможно, пофиксят, как любят говорить юзеры Android с обновлениями, а возможно и нет. Но на данный момент это две глобальные версии, кстати, точнее, глобальная версия 13 Pro и глобальная прошивка на 13 Ultra. Вот такие у нас сетапы. В темном помещении мне показалось, что шумит 13 Pro тоже больше, чем 13 Ultra. Вот здесь это уже как бы заметно, вот на полу, в каких-то в тенях, на 13 Ultra все выглядит почище. В более темные условия мы сейчас перемещаемся, здесь прям много динамики, какие-то танцы латиноамериканские, все красиво, сочно, хорошо, по цвету все одинаково. Но по углу вы видите, да, ультра прям поинтересней. А вот на улице ситуация ночью прям совсем отличная. Точнее, отличаются смартфоны достаточно сильно. Ультра светлее прям на стоп точно, а 13 Pro темнее. Поэтому на ультре есть засветы видны вот на ярких таких вот участках, каких-то там зданиях. На 13 Pro засветов нету, но кромешная тьма. Сами видите, да, что очень темно, очень прям темно и как-то прям неприкольно. На 13 Ultra все, в принципе, видно, что там снимается. Было очень темно здесь, фонари только вот там где-то вдалеке, по углам, а в остальном сами все видите. Это у нас что, основной модуль, как вы можете заметить, все красиво, сочно, одинаково, одинаковый угол. Вот, различия тут минимальные по цвету, по свету, по экспозиции. Мне кажется, ну, эти модули в принципе одинаковые, поэтому снимать должны тоже максимально одинаково, несмотря на то, что немножко разные смартфоны. Значит, тут прям тоже никаких больших отличий нет. Единственное, видите, солнышко чуть позже закрылось на 13 Pro. А так, все очень похоже по экспозиции, хотя цвет немножко отличается. Сейчас здесь у нас почему 13 Pro стал светлее. Вот. И, кстати, на 13 Pro и на основном модуле тоже я заметил дыхание камеры, точнее, при ходьбе стабилизация видна. Сейчас, я думаю, где-то у нас будут такие кадры, где это можно будет явно заметить. Вот здесь это хорошо заметно. Прям очень некрасиво подпрыгивает 13 Pro. Прям как-то неожиданно по цвету, по деталям все отлично на обоих смартфонах. 4К 60 FPS, все красиво, все как положено. Но вот стабилизация, конечно, на 13, точнее на 13 Pro, что-то немножко меня удивило. Днем причем. Вечером немножко ситуация поменялась, но днем, вот как вы видите. Опять солнышко тут больше у нас на 13 Pro, не так красиво. Тут у нас человечек такой с животиком, крутится, танцует, все хорошо, весна, прям все цветет. Тоже все максимально похоже, чуть поконтрастнее выглядит 13 Ultra. Вот, а в остальном как бы как будто бы снималось все на один смартфон. Никаких отличий и тут заметить я не смог. Давайте еще посмотрим немножечко. Тут у нас чуть похуже свет. Темновато уже. И как бы вот тоже, кстати, видно, да, что динамический диапазон поинтереснее выглядит на 13 Ultra. Здесь отличается у нас свет. Вот прям так, ну, прилично отличается, потому что вроде модуль одинаковый, должно быть все одинаково, но цвет отличается. И сейчас мы перейдем вот в это темное помещение, где люди танцуют. Здесь максимально все похоже, больше похоже, чем на сверхшириках. Ну, все-таки модули одинаковые, поэтому больших отличий я здесь тоже не ждал. Ну, тоже все красиво, все сочно, чисто, особых проблем нет. Это у нас улица, уже потемнело максимально. Здесь у нас тоже все очень и очень одинаково. Тоже на основном модуле, короче,
отличий я не заметил. Таких, чтобы прям сказать, ах, какая разница. Нет никакой разницы. Но по стабилизации мне показалось вечером, почему-то на ультре какие-то вот скачки при ходьбе я заметил. То, чего не было днем. Вот сейчас это немножко заметно, да, чуть-чуть подпрыгивает ультра. Ну, может быть, какой-то рандом, но вот прям как-то прям, мне кажется, заметно. А может быть, это уже какой-то... Да нет, заметно все-таки чуть-чуть. Вот у нас уже городская такая среда, здесь много огней, по динамическому диапазону все одинаково, по цветам все одинаково. Ну, вообще, просто братья-близнецы. Это у нас основной модуль. Сейчас еще будет один шот вот в этом месте, где были яркие, сочные цветы днем. А вечером все уже совсем некрасиво, не цветно и вот так вот бледненько. Но, в принципе, тоже, опять же, все одинаково. Поэтому считаю, что основные модули на них отрабатывают идентично. И прям вообще к ним претензий никаких нет. Сейчас уже, думаю, пора нам переходить на Zoom. И там уже ситуация будет тоже отличаться, потому что дополнительные модули разные по своим параметрам, ну и, собственно, по настройке. Ну вот у нас первый кадр с трехкратного зума. 3.2 на обоих он обозначается, хотя переключается на прошке на 2.9, а на ультре на 2.6. И потом идет кроп, и поэтому они его подровняли под 3.2. Значит, что мы видим? Мы видим здесь хорошую картинку на обоих смартфонов. Немножечко бирюзовее она выглядит на ультре, чуть голубее на прошке. А так, по деталям, по стабилизации все очень похоже. Как бы больших отличий вот в данном сюжете я пока не наблюдаю. Вот. Сейчас, значит, посмотрим у нас на плавающих, дерущихся уток в воде. Я думаю, такие сюжеты тоже часто можно самим на прогулочке поснимать. Ну и, собственно, посмотреть, как это все выглядит. Выглядит все неплохо. Мне кажется, немножко съемка улучшилась по сравнению с 11-й ультра, которая у меня была в моем распоряжении. А вот здесь видно большое отличие. Значит, 13-я Pro очень близко фокусируется на этом телемодуле 3.2. То есть это очень интересный такой нюанс, момент. Можно снимать макро без искажений. Ну и, собственно, такие близкие портреты на видео. Вот на 13 Ultra чуть-чуть подальше приходится отходить. Еще один городской пейзаж, снятый на телевичок. Тоже все хорошо, все ровненько, светло, по цвету все идентично максимально. То есть как бы должно быть отличие, но что-то их особо не видно. Дальше у нас человечек гуляет с какой-то задувательной штукой на спине. Здесь, мне кажется, больше резкости на 13 Pro. А это вот тот самый, собственно, режим макро, где у нас не работает 13 Ultra, точнее, не фокусируется с такого близкого расстояния. Если чуть-чуть дальше отнести смартфон и поймать эту точку фокусировки, точнее, дистанцию фокусировки, тут все нормально и там, и там. Но фокус более плавный на 13 Ultra. На 13 Pro очень резкий, дерганный, и это выглядит некрасиво. Как будто бы раз моментально штурку поменяли, и картинка изменилась. Значит, у нас теперь вечерний пейзаж городской. Здесь тоже все очень хорошо, очень похоже. Чуть потеплее выглядит картинка на ультре, похолоднее на прошке. И последний у нас сюжет. У нас вот ночной. Здесь мне показалось, что ультра как-то не очень себя хорошо показала. Как-то что-то с резкостью непонятно подгуливало, да? На 13 Pro все постабильнее в этом отношении. Вот, по цвету вы видите, тоже плюс-минус все неплохо. Похоже, чуть посветлее выглядит ультра.